Итак, добрый день. С вами опять я, опять МТЗ-892 и диски ГД-2.5. Сегодня вот у нас доброе утро, так скажем, 8.40. Работа шла с 12 часов ночи. С 12 до 4:30 отец работал. Там вот сделал немного гектаров, может 5. И с 4:30 вот до 8:40 я работаю. Еще много-много гектар, больше, наверное, гектар 10. Да больше 10 гектар. На гектар идет где-то 7-7,5, ну где-то приблизительно 7 литров солярки для на дискование. Сгорает. Щитки сняли, потому что днем температура на солнце 35, то двигатель просто не выдерживает, перегревается. Ну а вот без щитков этих боковых как раз нормально. Температура держится. Провертели дырки, потому что вот крепления вот эти вот, они уже стерлись. Именно на, не здесь эти пальцы, а крепления на щитках стерлось, и они открывались сами. Вот это именно передняя часть. Вот саморезом закручивать, и головка как раз, крышечка держит эту крышку, и она как раз нормально стоит. Надо еще вот здесь провертеть дырочку, чтобы тоже прижать, а то оно отдувается. Вот здесь не сильно, а вот здесь вот сильно заметно отдувается. Поставили грузы, кронштейн купили МТЗовский за 300 с чем-то гривен, в рублях не знаю сколько это, долго считать. Грузы поставили юмзовские, 6 грузов, нормально, хватает, чтобы не бить передок, как раз в корпус нормально. Застрял был, когда дисковал. Нету никак времени помыть все в поле. Трактор дома бывает очень мало времени. Ну вот, добавку. Старая добавка. Родную погнули. Вы там увидите в моем видео, фото. Поставили старую, усиленную. Пока нормально. Гнет ее из-за того, что передок сильно загружен, в землю сильно идет, поэтому надо вот этим винтом откручивать, удлинять длину этого болта, чтобы поднять передние диски, передний ряд, чтобы они не сильно заглублялись, и тогда не будет ломать эту добавку. Ну а то нормально стоит. Ну, так как диски эти не наши, а одного мужика, а у него ДТ-75, то вот он себе приварил на ДТ-75, там винт повыше, побольше, сюда не подходит на стандартное крепление. Вот он себе приварил, доварил, вернее, другую. Ну а так все видели, все знаете. Такое плохое место вот здесь, включатель переднего моста, вот этот рычаг, и он там
такая штучка, не знаю, как она правильно называется. Там находится пружинка с шариком, а на тяге там ямки, в которые попадает этот шарик. Когда эти ямки забиваются грязью, то очень трудно включить с помощью рычага передний привод. Вот, с помощью этого рычага. Сейчас он легко идет, потому что там не так забито. Плюс я смазан был. Вот пыль набивается туда, и потом очень трудно его или включить, или выключить. Вот прошел он уже. Тысяча триста пятнадцать моточасов прошел он. Поломался сам прибор вот этот. Поломался датчик температуры. Сам показатель. Сам датчик на моторе работает нормально, а вот стрелка вот эта поломалась. Но работает лампочка. Когда перегрелся был, то лампочка заработала. Ну, большой минус топливного бака, например, потому что датчик стоит только в правом, а в левом нету. И всегда в правом быстрее заканчивается солярка, и поэтому приходится мерять левый бак по старинке палкой. Например, вот у меня здесь есть вот палка с пометками. Вот от пометки. Уже как бы приловчились к этому. Это нарезка. Ага, ну вот здесь вот как бы понятно. Неудобно, конечно, находится дворник, когда пыль оседает на переднее стекло. Приходится включать дворник, но ночью как бы неудобно. Да и не только ночью, днем неудобненько немного. Ну, свет здесь там, как бы, в принципе, нормально. Жмеляка залетела. Ну, как бы, больше, в принципе, рассказывать нету. Сейчас начинаем новую загонку и будем ходить вот это вот зелененькое поле. Всем спасибо. До свидания, смотрите видео мои, ждите еще. Пока.